5 и 6 октября на основной сцене Ульяновского драматического театра состоится премьера спектакля по американской пьесе «Страсти по Маддалене». Автор этой постановки и еще около 500 произведений Дон Нигро в России практически неизвестен. Спектакль ульяновцы увидят первыми в России и вторыми в мире. До нас пьеса ставилась только в столице Молдавии – Кишиневе. В предисловии к Маддалене есть такие записки от автора, от драматурга, где он говорит о том, что я очень долго осмыслял ту историю, которая произошла в штате Пендрагон. Была такая Маддалена Корниш, которая действительно была печально известной убийцей, с которой вот это все произошло. То есть там очень много совпадений, тех, которые были когда-то на самом деле. Автор переложил историю древнегреческого мифа на американские реалии времен Первой мировой войны. Роли в спектакле исполняют народные артистки России Клара Шатько и Зоя Самсонова, заслуженный артист России Виктор Чукин и заслуженный артист Украины Андрей Бориславский, а также молодые актеры театра. Как бы мы не получали то самое удовольствие, но если публика это не оценивает, тогда все бессмысленно становится. Но хотелось бы, чтобы это было не бессмысленно, чтобы вы оценила публика, потому что мы живем, дышим, работаем. Что бы мы ни говорили, как бы мы себя не ставили в центр вселенной, мы все равно работаем для публики, для вас. Передать атмосферу времени, накал страстей в семье помогает, конечно, интерьер сцены. Декорации для спектакля создал главный художник Владимир Медведь. Спектакль ставится по программе театрального Приволжья. С 1 октября репортер 73 ведет трансляцию постановок победителей региональных этапов окружного фестиваля. Кстати, большое мероприятие «Волга театральная» принесло Ульяновскому драматическому приз за лучшую сценографию. Участвовало 14 театров, играли как бы очень интенсивно, шел фестиваль, мы закрывали его своим ревизором и взяли одну из главных наград фестиваля, значит, приз за сценографию получил наш Яков Каждан. Статуэтку желают оставить в драматическом театре, чтобы пополнить коллекцию наград. Диплом же отправится к художнику-постановщику. Валерия Чурова, Иван Демидов, репортер 73.